самая позитивная страна Евросоюза. Сейчас мы находимся на митинге. И смотрите, единственный депутат, который пришел поддержать людей, не только словом, но и делом. И это первая подпись депутата против закрытия завода по сжиганию мусора. Напомню, 143 тысячи тонн завод мусоросжигания должен работать круглосуточно, нон-стопом 24/7. Латвия с этого не заработает ничего. Это просто бизнес, структура олигархов челы, скорее всего. И единственный депутат, который пришел и поддержал народ, это наша латвийская Жанна д'Арк. Причем это тот человек, которого не надо звать, он сам знает, когда есть проблемы, и сам каким-то образом там появляется. Напомню, что было обращение к депутатам, например, Сасканя, никто из них не вышел. Ну, что и естественно, неудивительно. Помимо этого, еще есть ряд депутатов, например, Суверен Авара, это Швецова, да. Вот она молодец, она, как говорят волонтеры, помогла больше, чем кто-либо, потому что у нее шикарная юридическая поддержка, и Суверен Авара не бросила людей, это круто. Глория тоже с нами, это очень хорошо. Из депутатов, пожалуй, все. То есть, когда народу плохо, сами понимаете, надо смотреть, кто выходит и помогает тебе. Вот. А когда у нас выборы, да, они каждый раз приходят к нам в дом. Но народная память, она ведь такая сейчас не короткая. Сейчас у нас есть много контента. И когда следующие будут выборы, мы будем вспоминать, какие депутаты к нам пришли на помощь, а какие депутаты сделали вид, что они нас не заметили. Не лишний раз напомнить, что 700 метров вот от этого дома будет построен завод мусоросжигания, 143 тысячи тонн отходов. Подозрительно близко железнодорожная ветка, и есть подозрение, что этот мусор будет не латвийского происхождения. И эта труба стоит ровно так, что дым от нее будет идти и в Кенгаракс, и в Пурчик, и в Плявники, и в Улбрук, и куда угодно. А это стихийные митинги, они только что закончились. Собираемся быстро, стихийно, самоорганизованно. Требуется с вас что? Подписи в поддержку закрытия мусоросжигательного завода. Это раз. Вторая, подписи на Мана Балс. Третья, 25 апреля, в аккурат после митинга учителей, 25-го, это будет вторник, здесь будет происходить голосование по поводу мусоросжигательного завода. Поэтому, если вам не трудно, принесите свое мусорное ведро прямо депутатам, оно им очень нужно. Так что встречаемся, скорее всего, во вторник, 25 числа. На сегодня все, с вами был Владимир, и не забываем, что Латвия самая позитивная страна Евросоюза. Всем пока!